Господа, рад всех приветствовать на моем канале, и сегодня я вам покажу очень интересную самоделочку, которая помещается вот в такой вот чехольчик. Чехольчик я сшил сам из старых рабочих брюк, отрезал одну штанину и поместил туда эту самоделочку. Но начнем по порядку. Поехали! Thank you.
сейчас взвесим, друзья, всю эту конструкцию. Ну, грубо говоря, 4,5 килограмма все это весит. 4 400, 4 300.